Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Заступники». Премьера второго сезона сериала стартует с 21 февраля на интернет-площадке Иви. В новом сезоне мы увидим, как главная героиня «Заступников» Нина Метлицкая перешла из заштатной юридической консультации в Дальнем Подмосковье в филиал номер 1, самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, и доказала, что оказалась там не случайно. В новых сериях Нине предстоит столкнуться с непростыми делами, судебной системой Советского Союза и личными дилеммами, которые отразятся и на ее адвокатской деятельности. Сможет ли главная героиня, столкнувшись с судебной системой СССР, найти себя и свое счастье? Это нам предстоит узнать уже в новых сериях сериала. Напомним, премьера второго сезона сериала стартует с 21 февраля на интернет-площадке Иви. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.